네. 딕터. 아, давай я тройка. 오케이. 리나 пойдет? Да, как хочешь, пойдет. Burn, baby, burn. Блин, бог джабры. Тени. Могу шейкер взять? Да, можешь УД взять, в принципе. УД? Да не-не, чего сейчас УД играть? Тем более, вон Рубик этот. Это Лёха. Такая надежда в глазах, блин. Но она сейчас потухнет. Он просто на корабле играет. Такой шаман, да. Красава. Ты как узник спас нас. А быстрая игра. Я 10 золотых монет. Блин, прошлую игру могли выиграть. Я ступил, я не видел, что там УД бил в самом начале Брейтрон. Там действительно осталось нихуя совершенно. Но дефенс против Феникса, он какой-то невозможный. Предпоследний файт-то? Вообще, вот эти вот файты, когда у них мега-крипы стали, и они просто тупо в тупую дефали трон. Там, каждый раз, когда я нажимаю метаморфозу БКБ, блядь, все, это ставится яйцо, яйцо невозможно убить, аганимное. А нахрена УД бил трон, бля? Не, я если бы подключился к нему, то мы бы сломали его. И, конечно, там мои иллюзии не живут под этой хуйней, но все же. Ну так, ты сам видел, блядь. Я пытался, блядь, дойти, но я тупо не дошел до него даже. Станы Винги, которые через БКБ действуют. Да мы вообще как, каким-то чудом дошли до лейта и чуть не выиграли их с таким ОД. Блядь, я один саппортил, получается. У Исрама счет 2-16. Ну вот так это. Как вообще мы могли типа почти что выиграть? УД не собирает Метеор Хаммер, блядь. Почему? Потому что типа другие собирают, а я типа такое особенно не буду собирать. Я вообще фуру в четверку сейчас терпеть не могу, блядь. Это хуйня, которая ультой своей руинит леса, блядь, которую крипа, которую ты пиздил там 20 минут, блядь. Какие-то стаки, блядь, забирает просто. Линии подпушивают, ну, когда фарм линии... нужен. Да. И еще этот добрый право защищает, типа, вот он, четверка, хули ему ворды покупать. Действительно, блядь, ворды же по 1000 голды стоят. Ну... Я помню ваши споры с Настей по поводу вордов. Когда ты говорил, то, что это четверка. Не, ну, Настя просто все ворды покупает. Весь свой нетворс. Не, я просто покупаю, типа, итемы, мне нужны они. Я обычно саппорчу, если, например, никто ворды не покупает, я без проблем куплю. Просто Настя вообще все ворды покупает. Блять, а как? Сделать так, чтобы ты алань без руин. Не пойду с подоночкой все. Блять, мне еще дерево в ебало прилетело. Карму,
Блять, а тени тонкие. Брониженные. Смотря на их пик, я немножко продлил о том, то, что я делаю. Ладно. В этой игре, блядь, я жить не буду, скорее всего. Да ебаный стыд, блядь. Ух! Нормально. Красивый хук был. Саня, а ты используешь станы? Все равно, типа... Муражик там. Не, я серьезно, ну типа на них. Ух ты ж. Можешь ласку принести? Да. Let's shake things up. У тебя еще 46. Давай.
Саня, принесешь фласку, я там выгрузил. Угу. А еще вот это. Что там будет, по-моему, место. Бля. Has fallen. Covering ground. Onward. Move it. Oh, yes. Thank you.
Your bottom tower is under attack. I'm not ready. Base and tremble. The earth moves under my feet. Structures are fortified. Is under attack. Dire structures are fortified. Yeah. Your middle tower is under attack. Feel the earth. Your middle tower is under attack. Ты здесь? Ты чё? Угу. Да, игры перехотелось. Thank you.
Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Base and tremble. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Че, перерыв после этой катки? Да. Тут однозначно. Хотя она будет недолго. Все, конец. Мы же первую игру выиграли, да? Так ладно. Так, ну ладно, все, пока перерыв. Да. Ну, давай спишемся, если что, ВКонтакте. О, окей. Ну, давай. Спасибо за игру, за игру. Взаимно. Ну, не прощаемся, сейчас играем сегодня. Давай. Давай.